С вами я, Алекс, и сегодня у нас видео по ванапу, но не за Донаруму. Да, я уже закончил ванапу за Донаруму, через два выпуска, потому что я подумал, что это будет слишком долго. Да, я хочу поблагодарить того, кто подписался на мой канал. Огромный тебе привет и, пожалуйста, смотри мои видео, потому что здесь всегда круто. Как вы видите, я зашел в Дримлигу. Уже полчаса у меня. Я не могу нормально войти в Дримлигу. У меня только вот первоначальная картинка. Пауза. Это у меня, как видите, я зашел уже в эту игру. У меня вот такой состав. Я увидел вот такого игрока, Лаутуа. Он очень хороший. Да, посмотрите. 71 одну скорость, ускорение 71, выносливость 70, кон. Не знаю, сила 73, ну, удары 54, это мы сделаем, потом отборы 71, пост 69, передача 67, просто 82, что 182, ну, он прошел, и все. Ну, нормально вообще, мне нравится. А видите, у меня такой состав. Вот нормальный. За что у нас будут очки? Три отбора это один игрок. Лучший игрок матча один игрок. Гол три игрока. Неважно, какой гол. Пенальти. Голевой пас 2. Гол головой 4. Ну, еще, если мы выиграем кубок, если мы выиграем лигу, это плюс 5. А если вообще мы выиграем какой-то кубок, это 10. Ладно, да, кубок мирового вызова это 10, а другие кубки тоже 5. Вот, и еще, как вы видите, здесь кубок бомбардир, таблица бомбардиров, я сейчас его покажу вам. Вот, бомбардир и передач. Если у нас из нашей команды кто-то получит лучшего бомбардира, то мы увеличим плюс еще 2. Плюс 3 игрока развития. А если лучше по передачам, то 2. Ну ладно. По сути, наверное, вы поняли. Но в игре вы поймете. Ладно, начинаем. Сегодня у меня будет один матч, потому что у меня уже 4 минуты идет. Я не буду делать видео больше 15 минут. Потому что у меня что-то с iPad, с планшетом не то. О, первый перехват. Это был первый перехват, да, точно. Да, иди. Второй. Эх, блин. Твой отбор? Не. Ну, это можно засчитать за отбор, но нет, не засчитать.
Вообще Кент сделал отбор кости. Вот, третий отбор. Один игрок есть. Вы видите, это побыстрее уже. Ого. Мартинес. Пас. Вот. Кент. Ватсон. А, победа еще. Один игрок. Я хочу вам сказать. Я это забыл. Он все делает. Иди, мой хороший. Лонгшот. Эх. Не получилось. Эх. Ла, Матсон. Вараут. Почему так? Мартинес. Кент. Маккей. Слишком сильно. Как они будут так головой, я не знаю. Но это же игра. Ох, успел, но что-то другое сделал. Не то, что я хотел. Лоута. Ничего. Главное, что у нас. Лоута. Ладно, ладно, ничего. Простите. Давайте заменим. Кого заменить? Давайте сменим тактику на другую. О! Вот это нормально. Нет. Лучше вот так. Опорные. Вот. Все налаживается. Вот. Не, по скорости он хорош, Фрим. Вот так. Там из двора кричат. Да, у нас не с телефонами. Говорит. Алло, ты дома? Можешь прийти в двор? У нас только Левон, Алекс, Макс, так. Они из двора кричат. Мы говорим, мы можем идти в двор. И мы там играем. Вот так. Если он это был Маки, я его убью сейчас. Фьюмен. О. Потно. Но у нас две звезды, а у них 4,5 или 3,5. Не. Как я помню, 4. Давай. О, Матсон. Кампус. Ну. Вот Лоута. Четвертый отбор. Пятый отбор. Матсон. Кент.
Лоута. Диди. Окей. Эх. О, нет! Ладно, только... Только один игрок. Стоп. Лучший игрок матча Лоута был. Да, лучший игрок матча был Лоута. У меня понижение уже. Ладно, на этом мы заканчиваем первую серию за ванап за Лоуту. Я знаю, что он вышел коротким, но это же первая серия, но... Ладно, всем удачи, оставайтесь такими крутыми, как сейчас. Всегда улыбайтесь. Всем пока!